Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Xcode. Индикатор Xcode является как трендовым индикатором, так и сигнальным одновременно. Индикатор анализирует силу движения цены и ее положение относительно локальных экстремумов, что в итоге и дает нам направление тренда. Индикатор подходит для всех таймфреймов, но лучшие результаты можно получить на графиках от M30 и выше. А одним из плюсов данного индикатора является то, что правила торговли по нему очень просты, что делает его подходящим для новичков. Так как индикатор по большей части является трендовым, то лучшие показатели получаются при экспирации в 10 свечей от текущего таймфрейма, но использовать можно и одну свечу, но такие сделки будут нести повышенный риск. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Если у вас возникают проблемы с установкой индикаторов, то в данном видео можно получить полную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим все правила торговли по данному индикатору, а также настройки. Как уже говорилось ранее, правила работы по данному индикатору очень просты. Все, что необходимо для покупки опциона Call, это чтобы появилась синяя линия. А для покупки опциона Put нужна красная линия. Если понаблюдать за индикатором какое-то время, то становится понятно, что сигнал генерируется после того, как свеча пробивает ту или иную линию. Поэтому использовать данный индикатор очень просто, и сигналы, которые он будет генерировать, будут видны заранее. Также в индикаторе присутствуют алерты, поэтому не будет необходимости следить за ним все время. Еще индикатор имеет общее обозначение тренда, которое находится в правом верхнем углу. Но эта информация актуальна только для текущего движения, так как расчет идет исходя из сигналов индикатора. Также частоту сигналов индикатора можно увеличить или сократить. Для этого необходимо перейти в настройки индикатора, после чего поменять параметр сигнал период, и соответственно чем меньше параметр, тем более частые сигналы мы будем получать, а чем выше параметр, тем более качественные и редкие сигналы будут получены. Поэтому любителям скальпинга можно уменьшить данный параметр, а любителям более консервативного подхода можно увеличить данный параметр или оставить все как есть. А теперь давайте перейдем на реальный счет и попробуем поторговать по данному индикатору с параметром 4, что означает скальпинговые сделки, и посмотрим, что из этого выйдет.
Как можно видеть, было совершено 3 сделки, причем почти подряд, и каждая сделка принесла прибыль. Но не стоит забывать, что для того, чтобы понять, как работает стратегия или индикатор, ее обязательно стоит протестировать на демо-счету. И только после этого переходить на реальный счет и реальные сделки. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!